Должен признаться, данный поход был желанным, но оказался небольшой авантюрой. Мне, как человеку без подготовки, казалось, что я не смогу пройти даже упрощенный маршрут. Именно так описал наш сегодняшний поход мой товарищ, с которым мы решили немного прогуляться. Этот поход мы планировали давно, и наконец-то он состоялся. В нем было все. И изнуряющий подъем, и ледяной шквалистый ветер, и яркое солнышко, и жаркий костер. Подъем на первую вершину нам дался нелегко, но мы это сделали. Вершина нас встретила отличными видами и сильным ветром. Немного полюбовавшись ими, мы отправились искать небольшую пещерку, чтобы немного подзаправить свои желудки. Немного перекусив кашей и заправив желудки горячим чаем, мы отправились дальше. Довольно набродившись, мы спустились с горы, развели костер, немного согрелись и отправились в обратном направлении.